Цель рейтингового голосования за общественные территории – вовлечь жителей города в вопросы благоустройства. Принять участие в выборах может каждый, начиная с 14-летнего возраста. Сделать это можно тремя способами – на сайте 29.городсреда.ру, через госуслуги или с помощью волонтеров. В субботу и воскресенье они будут работать в торговом центре «Адмирал» с полудня и до 6 вечера. В Ичигодском с 12 до 14 часов в «Мармеладе». Территория, получившая наибольшую поддержку, будет благоустроена в 2024 году в рамках программы формирования комфортной городской среды. На сегодня в Котласе в рейтинговом голосовании приняли участие почти 9 тысяч человек. Это 70% от необходимого числа голосов, которые должны быть собраны, чтобы наш город попал в программу по благоустройству. На выбор котлашан представлены 9 общественных пространств практически в каждом микрорайоне города. В центральной части это сквер у торгового дома «Витязь», бульвар «Намира», лыжероллерная трасса, площадка у ЗАГСа, пятачок на Толстого. Далее сквер в 11-м квартале, в Ичигодском – территория УДК, на доке также площадка рядом с Домом культуры, в Лименде – парк работникам речного флота. Основная борьба развернулась между ливенцами и жителями новостроек «Намира». Разрыв в один голос. Практически ноздря в ноздрю идут те, кто голосует за участок на бульваре рядом с городской больницей и в Ичигодце. А вот жители дока плетутся в хвосте, вместе с желающими благоустроить территорию на Толстого. Нужно поднажать, время до 31 мая еще есть.